Всем привет, друзья, канал Масали. В работе у нас Нива 4x4. Автомобиль приехал к нам, обработать днище. Днище мы уже обработали, показываем конечный результат, что у нас получилось. Обрабатываем мы непосредственно только кузов автомобиля, все силовые агрегаты мы не трогаем. Наносим мы данный компонент с пульверизатора. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Вот сейчас машину опустим и дадим настояться ей около 3 часов, пока компонент схватится. Только лишь после этого автомобилем можно пользоваться. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!